этот раз просто хардмод будем делать. Ладно, окей. Вот да, на следующей неделе будем просто убивать босса, тогда сможешь сделать. Так, тут горячий осталось. Так, подожди, кто там уже сел в разрушитель? Кралька, кто? Кралька, кто у тебя там в машине? Я сяду в кральке, удивлен. Так, графит сел. Садитесь все в разрушители, кто именно шарит, дайте как стакать. Разрушил. Кассир, ты знаешь, как стакать? Тут ты сел в разрушитель. Так, кто у нас не знает тактик? Могар и этот... И хан какой-то, да? Ну, видишь, метку поставил на чоппер. Сядь пока сюда, потом скажу, что делать. Там Могар и Пенкромейн, садитесь пока в чоппере, вот здесь стоят они. И едьте с правой стороны. С правой стороны комнаты не агрите вот эти маячки. Сейчас впереди будут маяки. Видите, там штормовой маяк. Рядом с ними не ездите, потому что моба агрится. Едьте за вот этими, за разрушителями. Садитесь в машины, в разрушители, еще кто-то сядьте пока просто, чтобы... Машины просто были заняты и подъехали к боссу. Там уже разберемся. Пижон, ты тут? Макгрегор, садись в осадку. Садитесь все в осадку. Слева стоят 4 машины. Их надо занять и на них поехать дальше. Графит, садись в машину. Потом, как приедем, скажу, что делать, кто что будет делать, в какой машине сидеть. Пошли пока так. Потом садись в осадную машину. Едьте справа по краю. Не орите лишний трэш. Я могу в СП зайти, а бомб пожарник делать. Бомб без смертей будем делать. На таргета пожарник за дракон. Сходить на шипы, встал маг. Надо хил нам. Ну, могу еще. Я там ДЦ есть, с хила только осталось. ХП в ДЦ. Ладно, будет ДЦ, хпал и этот Аршан. Быстренько трэш зальем, там босс сразу выйдет, и там будем распределять, кто где сидит.
На портале давайте убьем тоже. Да, давайте на портале убьем точно. Орбитафию делаем. Ну пока, мать их, трэш сольем. Давайте звездочку побьем. Еще вот это убьем и потом отъезжаем назад и не агрим босса. Езжайте назад сейчас все. Идите, чинитесь в этих кружках слева, справа. Ремонтный круг есть, который чинит машины. На шкаф с умом людей. Так, а что в трофейной пушке тут делать, Олег? Давай, ты просто сейчас сядешь в осадное и все. Сейчас я распределю все. Так, а кто с фасабиком сидит? Нормально. А в Кралькас кто с тобой? Нормально. Давайте, кто умеет стакать калачи? Данные. Сядьте в звездочку, поставив метку. Тыкайте на сумон, сейчас ралли при сумоним. Садись в звездочку, там Дуду Типка будет подбирать колчи данные. Садись в звезду. Так, Тремыш. Простя, кто с тобой сидит? Я только привез его. Так, кто умеет подбирать колчи данные? Чтобы быстрее там решить вопрос. Вон, кружок будет подбирать колчи данные. Простя, вылазь, садись. Аудасио, садись всю звезду. Так, 4 разрушителя есть. Так, последняя машина. Пеппер, кто с тобой сидит? Иди починись. Ты сейчас? Так, подожди, давай посчитаем заново. 1, 2, 3, 4, 5. Так, разрушители есть. Так, Фотон, кто с тобой сидит? Ну, наверняка Войт или кто там?
Ну посмотри, у тебя моделька справа Войт, от карты. Войт, сидит со мной. Хорошо, нормально. Макгрегор, кто с тобой сидит? А со мной никто не сидит. Хорошо, полезаю в пассажирскую это. Пассажирское место. Хорошо. Я с тобой буду сидеть. Знаешь, что там делать? Ну если ты объяснишь, я делаю все великолепно. Ну, вылези, посмотрю, что там за скиллы есть. Я уже забыл. Так. На, ну тут три скилла, короче, выстрелы из пушки, противовоздушная ракета, по боссу, стреляешь, тройка, генератор защиты, нажимаешь, когда я подъезжаю к боссу и сбиваю каст, понял? Тут всего три скилла. Да. А, ну вот этот, выстрел из пушки, подбиваешь в воздухе колчедан, противовоздушная ракета, по боссу, ну а тройка, я уже сказал, садись. Посадная машина, смотри, скиллы. Наоборот, да. Ракета по колчеданам. Не знаю, точно, ты уверен? Естественно. Так и называется, противовоздушная. Пижон, а кто с тобой сидит? Да никого вроде бы. Пусто. Так, сейчас посмотрим, кого можно. Тарните. Садись пока в пассажирское место. Иконка модельки машины есть на карте. Видел, да? Я пересел. Ну шаришь, что делать там? Только что объясняли. Три скилла есть. Нажми тройку. Вот, эта штука надо вязать, когда осадная машина к боссу подъезжает, понял? Понял. Она снижает, ой, точнее увеличивает защиту машины. Но я читать умею, дальше. Ну все, остальное просто бей по боссу ракетами. Единичка, двоечка. Хорошо. Так, кто еще не в машинах, плюсы? Вот, Авентадора. Ты знаешь, что делать в осадной машине? Графит, ты тоже не в машине? Ладно, подождем. Авентадора, ты тут? Плохо. Ну садись в звезду, скажу, что делать. Ты увидишь? На панельке скиллов есть три скилла. Первый электрошок. Ой, нет, не электрошок, таран. Он тебе не нужен. Второй электрошок. Им нужно сбивать каст боссу. Чтобы сбить каст боссу, нужно к нему подъехать, нажать электрошок, потом отъехать. В общем, если я скажу там тебе сбивать каст, ты подъезжаешь к боссу и электрошок юзаешь. Троечка — это ускорение. Нажми троечку сейчас. Вот, эта штука надо юзать, когда босс на тебя идет, ты должен от него убегать. Юзаешь троечку, убегаешь от него. То же самое, когда сбиваешь каст. Подъезжаешь к боссу, сбиваешь каст и сразу нажимаешь тройку, от него убегаешь. Потому что по боссу разрушители бьют этими ракетами, и ракеты наносят урон по, тоже по осадной машине, не только по боссу. Как-то так. Так, графит, садись в осадную машину. А не, подожди. Кто там еще плюсовал? Могр. Садись в осадную машину. А не, подожди. Да, тут никого нет. Садись в осадную машину, Могр. Там появилась справа от тебя на ниже по карте моделька машины, видишь? Ну вот, пересядь ее в пассажирское место. Там два места есть. Пересел? Вижу, что пересел. Там три скилла появилось у тебя. Троечка — это генератор защиты, как-то так. Не помню, как называется. Юзаешь его, когда осадная машина подъезжает к боссу сбивать каст, понял? Остальными скиллами бьешь босса или сбиваешь колчеданы. Все. Сейчас туда графит сядет, будет с тобой ездить. Графит, садись, звездочку. Так.
Так. Так, я с Макгрегором, да? Это я тебе говорил, что я с тобой буду? Да, да, мы вместе. Так, кто у нас еще остался? Этернити куда-то вылетел. Так, а кто в этой звездочке сидит в машине? Никого. Ксенон, Панкромейн. Никчем, а ты где сидишь? Кто еще не в машинах плюс Анити? Никчем, ты где сидишь? А с кем ты сидишь? Я не вижу просто. А кто с ним сидит? Кто-то может сказать? С Никчемом кто сидит? Справа машинка нарисована, и там показан чувак, который с тобой сидит. Наведи на него и посмотри. Я понял. Так. Бля, она не хватает двух человек. Ладно, давай, Панкромейн, садись в звездочку. Сел в звездочку? Нет. Нет, не туда, это не та машина. Вылезь с той машины. Садись в звезду. Появилась моделька машины в правом верхнем углу от карты, видишь? Пересаживайся в пассажирское место. Отлично. Ксенон, садись в звездочку. Отлично. Вы поняли, что там делать, Панкромейн? У тебя там 3 скилла появилось, ты я видишь? Понял. Это Хан говорит? Да, да. Хорошо. Ксенон, знаешь, что делать? Тоже 3 скилла, электрошок, ускорение. Я уже объяснял это по третьему разу, по-моему. Ты тут? Ладно, будем считать, что понял. Так. Графит, кинь там сейчас проклятие. Я на пассажирском месте сижу. Так, идем. Пока, подождите, не подъезжайте, чек на пол сделаем. Графит, ты тут? Знаешь, проклятие стихии нужно кинуть на босса. Фотон, Шанан тут. Все готовы. Графит, ты услышал? Чудан сверху слить. Графит, пассет, кинешь проклятие стихий. Графит, ты тут? Да, плюс они. Хорошо, кинешь, вылезешь с машины, кинешь на него проклятие, залезешь обратно. Все, погнали, короче, бить босса. Смотрите, я буду первым сбивать каст. Каст сбивать в самом конце, когда босс стоит, ничего не делает. Ладно, машины, не подъезжайте пока. Отъезжайте пока. Тащи колчедан. Отстаю, колчедан, подъедь ближе к нему. Буду питка, колчедан. Я запью каст. Юзай этот щит, о, молодец. Так, на ком босс? Куда босс идет? Отбегайте от него. В этих лучах не стойте, в синих. Давай, Ксенон, будешь следующий каз бьювать от огненному Левиафану. Скажу, когда. Трофейки, не стойте рядом с Левиафаном. Иди сбивать каст. Все, отъезжайте. Нет колчеданов. Саня, разбивайте. Да, в центре колчедана и у ворот куча колчеданов. Увидите красный луч? Пошел, колчедан. Отбегайте от него. Убегайте от красного луча. Давай, Макгрегор, защиту.
пока тут сами стоим. Через красный круг не едьте. Ждите, пока пропадет. Сверху колчедан разбивайте. Подбирайте его, куча колчедана возле ворот. Сбивайте косты, огненное дыхание по боссу. Осадки, давайте, ускорение и электрошок. Давай, сбивай. О, молодец. Все, отбегайте от этих синих лучей, которые двигаются. Они замораживают машины. Красный луч, он подрезает всю комнату. Смотрите внимательно. Ускоряйте машины и убегайте от этих синих лучей. Блин. Убивайте каст. Не бывайте, 40 лямов осталось. Дыхание Авентадора. Давай, электрошок. Молодец. Блин, осталось немного. Сбивайте косты. 8 лямов осталось. Верим, надеемся. Я его ебашу. Срезал. Все, да, теперь уже. Все. Блин, как-то не успел я отбежать от этих лучей. Хорош. А мне другой показывает. Потому что далеко отъезжал. Давайте ролим. Кого есть портняжное дело? Ни у кого? Днем на острокрылую. Да. Буду типка выиграл. Так, кистевое на шаман. Один шаман в рейде. На фурика, на ФДК, на мейн кому-то надо. Ладно. Ох, ебать. Ну, это не персоналка. Макгрегор, тебе надо кольцо? Да, давай, не против. Давай, сейчас отдам. Пошли на острокрылую. Так. Так, проходной босс, кто не знает тактик, просто не стойте в лужах, следите за своим агро, потому что трэш будет выходить. Очень много трэша, Фредди два танка. Кассир, спекнись протопала на трэш. Маги, дайте стол. Кушайте рыбу. Так, давайте, бафы. Да, кассир, ты в танка. То у нас БДК еще в рейде. Макгрегор, спрятайтесь, БДК. А, нет, подожди. Вот же есть. Не спекайся. Так, по бафам. Кассир, чё бафал? Каски. Трисят, это кулаки, пепер-кресты. Чек на пул, проходной босс, сразу убиваем. Сейчас добавляет каски и не запустил босса. Фух.
Че, зергой мы жарить будем? Да, а, зерг. Хорош. Смириться с этой точкой половинку. Уберите паладин, у кого Кастаура стоит паладин? Сиди пока танк на агре трэш. Тем же, да? Да, просто сносим. Сидите за игру. Панк Ромей, напуливай на БДК, будет фрозен. Следи за тем, как танки меняются вообще в рейде. Сейчас будем клавоботов делать потом. Папа, не рвите клавоботов, что ли? Угу. Все работает нормально. А работает? Так, я запускаю босса, сразу сливаем. Давайте, рост. Просто заливайте босса. Все, идем дальше на Игниса. Так, шапка на РДД. Кому надо? Так, пушка на хила. Пойдет на ДБ, на ДФБ. Сланик и тиранов тоже убегут. Дудип, ты на хила что ли рулишь? Ты написал? А, ну ладно, пускай будет на успех. Можете шкаф поставить с умом мутанта? Тыкните на сон. Элементали во время каста паладина станете точечно.
Егор, ты здесь? Тоже проходной босс, просто зергаю. Стопайте каст, когда босс этот вырезает один скилл, скажу, когда будет вам сбивать касты. Ух ты, мотата зашла. Там когда МС-ку тыкаешь, он не сбивает каст. Ну, все равно тыкну на первый, на второй, третий уже не получится. Хорош. Ну, не знаю, не тестил. Ну, так оно и есть. Ой, чек на пух. Потом. Кралька, понятно. На Рексис тут. Погнали. Просто зергайте. На агро. Хорош. На кого на пул вообще идет? Кантер, ты на кого напуливаешь? Прекращайте. Огненная струя. Она даже не подкидывает под МС, заебись. Чё с агро? Огненная струя, прекращайте каст. Это дебаф, который вешает босс, когда кидает тебя в ковш. На 100% ускоряет каст. Да, только мало действует. 5 секунд, что ли. Хорош. Я только сейчас это понял. Ну, осколок. Кто первый по очереди? Ты, Ися? Да, наверное. Так. Все же хламоботы еще. Сапоги кожаные. Кольцо на бис РДД. Кил. Сейчас хламоботов следил, вы будете, я тогда нас его заберу. Угу. Вот это хапал бесполезно. Давай будешь тактику рассказывать. Могу вторым автомагом позамораживать. Дыхать мочи вам нужно. Ну, ханта бы еще одного желательно. Элема. В идеале Элема одного. Сейчас Элем будет.
Ну и 4 хила, потому что бой будет долгий. Козырь, давай в ШП, я вижу там все. Ралли, заходи на ханта. Блин, а чего на вары надо? Ну ладно, оставайся на варе. Я просто был хант на этом же раке. А чё я в Питере работал, это, смотрел Войд, выкидывал видос, вы делали хламу тоже, по-моему, или нет? Там не работала она. Как не работало, всё работало. Я уезжал, мы неделю назад делали. Всё работало нормально. Кушайте рыбу. Да, там работало. Эта бомба не наносит урона, по-моему, у нас. Там 1к или 2к наносит. Да, да, все правильно. Я поэтому в сове и подбивал их точечно. Всех холомоботов до 40%, до 30%. Так, буду делать только один ассист. Держи ассист, только тут по-моему 3 человека, которые первый раз в льде. Окей. Могр. Панк Ромейн. И Ксенон. Но если им объяснить, то все будет нормально, скорее всего. У кого есть еще хил спик? У меня. Давай, тряси, хули попало. И АДЦ, ишь, васабик. Шаман, будет нормально, думаю. Держи кольцо. Так, сколько танков будет? 3? Так, ну мутант раз, кассир два. Пока так. Макгрегор может быть ДК. Если надо. Козырь, давай в ШП. Ну я просто пощупил. А, и будет, наверное, танчи тоже. Короче, 3 танка есть. Короче, фуриги, смотрите, там ралли ни в чем. Кому ачивка нужна, сейчас талант скину. Смотрите, в рейде скину. Mm-hmm. Это must have. Если хотите очень сильно помочь, идите и качайте его. Ну, давай. Сиди на панели. Так, это что, лагримар, что ли? Ну ТП-штись, да, мы пока трэш все равно чистить будем. На синий квадрат поставил, пока идите бейте трэш. Сейчас трэш сольем. Скажу, что делать надо. Ну давай. Тыкните носом. Ни в чем, иди тоже качай. Баня, слышишь? Хобин, слышишь? Мучик другой ключ. Так, теперь, Кири, ты помнишь, какие там шмотки надо оставлять? Ну, как у меня, смотри, пускай делает.
Ну, проковые все топ СПД шмотки, чё там. Ну да, смотрите, магии, короче, снимайте обе трини, пушку меняйте. Чек просто без рук оставайтесь. Вот как упростить, короче. Все маги так делают. Голова, шея, плечи, запястья. Оставляете только, остальное все снимаете. Кисти рук там, оставляете, там пояс. Просто снова первого уровня конус холда, не там голова, это пофиг, да, может почти не будет. Плюс обязательно там ссылка снимайте. Три пушки. Пушки, короче, под конец боя менять будете. Будет точечно дамажить, поэтому пячи клавиши выносите, по команде там пушки оденете и будете бить очень сильно. Но это только для пушек. Так, это, короче, для магов. На... Маги, еще раз повторяю, на простью смотрим и шмот одеваем точно так же. Голову оставляем, там шею, плечи. Так, теперь... Жен, короче, тоже раздевайся. Обе трини снимай. Лицо. Пушку. Катушку тоже снимать? Вообще, вот Лешин стоит, короче, и делает все точно так же, как у меня. Это вот для чего делаете? Чипку какие-то? Да, Магага. Так. Теперь, Пижон, смотрю, у тебя вкачан этот тайфун? Нет. Хреново, телепортируйся, вкачивай. Если хочешь Рейду помочь. И денег надо, я тебе дам. Бля, одного не хватит. Да ладно, просто не ставь пока. Все, сейчас попробуем дальше. Никчем, слышишь, никчем ты тут? Вот телепортируйся и вкачивай этот талант. Все точно так же оставляй, только пронзительно новое вкачивай. И, соответственно, выноси на панели. Пока тактику буду рассказывать. Ведь у нас по левую сторону две кучи большие, видите? В разных концах комнаты. И по правую сторону. Так, теперь смотрите, запоминайте, кралька и простя. Вы будете по левую сторону мобов контролить. Просто снова выносите на панель сразу первого уровня. Тыкайте там показать все эти заклинания. А Могар и Авентдора вы будете справа. Короче, ваша задача на протяжении всего боя контролить трэш. Это бомботы и хламоботы. На бомботов, по идее, насрать. А главное, чтобы хламоботы до босса не дошли. Славик, ты босса будешь переводить практически всегда там у лестницы. Ну, короче, я видос смотрел. Я надеюсь, ты помнишь, как либо там лестница, слышишь, Слава? Ворота, да. Мутант будет водить, если надо будет ему помочь быстро босса перевести, я вперед забегаю, ну, я знаю, как водить, и буду то пить. Мы с ним справимся. А кассир на больших штурмовых посидит. Да, теперь смотрите, кассир и кто еще там танчит? Мутант, да? И скажите, кто лучше босса будет танчить? Мутант босса танчит. Если надо босса быстро провести через... Ну, быстро, типа, провести через комнату. Я понял. Я забегаю. Я понял. Теперь, Эника, смотри, частицу постоянно всегда на мутанта вешаешь. И там, по возможности, хилишь рейд. У нас еще 30 хп. Ну, еще, Слава, слышишь? Бдилку, короче, на хила вешай, на котором это будет больше всего агро. Понял? Бдительность. Чтобы, короче, если что, на тебя потом эти бомботы бегали. Короче, запоминайте, ребята, тут тактика очень простая. У хламоботов таргет изменить нельзя. Их, короче, можно только законтролить. Это хламоботы. Сейчас название напишу в рейд. Их можно застанить, откинуть, там, смерчем их кинуть, заморозить. Но урона им ни в коем случае наносить нельзя. Поэтому, короче, шипы выносите ментальный крик на панель. Можно им фир кинуть, прямо у самых куч. Только они вышли, короче, сразу законтролили их.
Ралис, умоните. Можно приморозить. Ни к чем, Ралис, умоньте. Можно начинать. Знаешь, какой проблемой мы столкнулись? Бумботы, вот эти мобы с бомбой вместо головы, они идут на случайных игроков в рейде. Это не всегда можно контролировать. Есть... Да, я знаю, знаю. Есть под вариант... конец... Да, есть вариант контролировать это всем людям, на которых они идут, пойти в босса. И тогда они будут идти туда же, куда их ломоботы. И тогда можно будет в одну точку мобов свести. И тогда вероятность сделать ачив будет 100%. Да ничего не надо. Делается это все проще. Просто весь рейд в одну точку в центр забегает, а ты просто радиус... А, мутант, точнее, радиус, по которому закручивается босс, он будет по мере движения его все меньше, меньше, меньше. И так они в одну точку сведутся, и все люди будут в центре стоять. Там, короче, бомботы. Бомботов можно переагрить. Главное, чтобы хламоботы на месте стояли. Ты, например, Войт, подбежишь в кучу бомботов, сагришь их всех на себя там, мастаун там, ага. И подведем их к хламоботам. Главное, чтобы хламоботы у нас в центре, короче, в одной точке постоянно стояли. Это самое важное. Хорошо. Короче, сейчас по мере, там ничего сложного. Давайте чекаю на готовность. Сейчас еще магов смотрю. Еще раз повторяю, маги, короче, выносите на панель фрусновую первого уровня. Королька просто налево будете контролить, королька в дальней куче. Просто. Ой, королька точнее. Где сейчас кружочек? А просто ты подальше. Могры и Авентадора там сами у кучи распределитесь. Так, смотрите, на панель, короче, еще маги выносите кольцо льда и конус холода. Первого уровня. Первого уровня, все, да. И ледяную стрелу можно тоже первого уровня. Так, короче, теперь сова. Теперь сова, короче, тайфун первого уровня выносишь на панель. И гнев деревьев тоже первого уровня. Так, а мне что, по колесам блять? Да, короче, смотрите, ни к чем. Ралли, вы тупо постоянно бегаете. Так, рядом с синим квадратиком. Бьете точечно весь ненужный квадратик, короче, мобы. Бьете их точечно. Ну и все люди, кто в контроле не задействован, вы сливаете точечно, чтобы метки ставить. И потом, короче, бегаете возле этих куч и рядом с боссом и постоянно замедляете их этим криком своим. Понял. Я говорю, пролетел, короче. Так, короче, пижон, смотри, ты будь слева тогда, я, короче, буду находиться постоянно под боссом. Крайний случай, если что, буду контролить. Так, и со мной, короче, пусть бегает еще певчий, выноси тоже страх на панель, если надо будет. Подбежишь, и если хламобот будет под боссом, дашь этот страх, чтобы хламобот убежал от нас. И, короче, панк, панкор мейн хант, который ты льешь лужу замедляющую постоянно, где большое скопление хламоботов. Давайте, короче, чекаем и погнали. Панкор мейн, ты тут? Оставьте петов на бездействие еще. Убери своего петова. Вообще, лучше на всякий случай. И мутант, начинай. На протяжении всего трая с темными метками вы бегаете. Сейчас просто бьем босса до 70-75%. Что, тут еще один хулипал? Нормально, не помешает. Свеси рейд просто точечно бьет босса до 75%. Там босса и оставишь, короче, сердце вылезет, сердце никто не бьет. Процентов 5 ему снесли и пошли, короче, контролить этих хламоботов. Пассы никто не бьет вообще никогда. Тупо точечно всегда играете. Надо сейчас будет главное контролить. Там как упадет, сразу по ротам беги. Переходка будет. 3-4% сняли и побежали уже кучем, короче. Ждем хламоботов, ждем. Как только они вылезли, даем то фрусну, примораживаем и контролим их. Наша задача накопительная. Короче, принцип точно такой же, как и дворфов. Мы копим и в нужный момент собираем их. И взрываем. Поставил метку. Мага нет, верхней и правой кучи. Поставил метку, кто не задействован в контроле, кружочек слить. Одна метка стоит.
Мабуту дал ему корни. Иди туда, где мобов нет. По стеночке куча сюда мутан. Тут много. Нужно кучи залазить. Я откину. Под боссом рядом с синим кружком при морозе. Не ходи сюда, не ходи, не надо пока. Беги, ну что, пижон. Беги. Помогло, ты же близко. Да-да-да, веди, не бойся. Все, дайте новый вот здесь рядом с боссом. Отбегай. Да, Майк. Откину. Мутант проводи, я откину. Конкретно убегай из рейса. Рядом с синим квадратиком контроль. Все, молодцы. И теперь бейте босса. Вот, а откиньте, давай я ему корни дам. Откинь пижон, если получится. Не съест, нет, не съел. Води дальше. Вот. И теперь бейте босса, до 50%. Не надо, не бейте босса сейчас. Не бейте сейчас босса, не надо. Иди сюда. Води, все так и контролить. Сейчас смотри, подтянем клонобота поближе. Я достаю до выда. Клоноботы сейчас ближе подойдут, идешь к воротам. У ворот переведем. Не бейте босса сейчас. Да еще долго, Слава. Еще собирайте. Вот. Секунду. Сейчас он докастует, я. Телефон. Идите, ведите уже. Сейчас он докастует. Все, иди к воротам. Сейчас, секунду, телефон, сейчас приду. Фрост нову на всех мобов дайте. Идем к воротам. Че, босса не бить пока, да? Нет. Можете дотать босса. Дотайте босса, бейте босса, переводите. Здесь переводим. Перевели 5%. Нову мобом, все нормально. Сильнее. Также будем рассекать. Козырь, спой гимн Аману. Пока не веди буду. Все. Угу. Смотри, там мобы будут, чтобы он не съел. Подбежали к квадрату, здесь нужно будет новую дать. Один маг. Остальные новые этим большим давать. Большая куча не должна дойти к боссу. Дали новую. Вот вылезли хлоноботы, вот красава. Вот там, ты понял. И вот тут вот стоите, да. И к лестнице. Я пока не могу использовать эту способность. Угу. И проскакивай. Дальше проскакивай. Сейчас в углу тут наебываем, не бейте босса. Ну, дотайте, можете дотать, скажу, если надо стоп. Дайте хрестнул. Двигаемся к воротам. Или давай здесь. Давай, чтобы время не терять. Вот здесь подождем мобов. Приотпустите новый, пока не дайте. Каток дайте. Близко какие-то мобы. Так, теперь смотрите. Так, Могр, иди рядом с синим квадратом постоянно бегай, и в критических ситуациях будешь наву давать. Кто на пути у нас будет стоять, хламоботы. Дайте новую мобу. Значит, рядом сейчас синим квадрат. У ворот. Все, на 25% сейчас переходка будет. Так, подождите. 7, 75, 50 и 25. Сейчас смотрите, не давайте новую пока. В центр вижу. Не лестницы будет переводить. Скажу, как будет. Помедляйте этих хламоботов. Пока не бей. Этих хламоботов, ребят. Во. Пока не давайте, приотпусти их немножко. Сейчас они сюда подойдут. Уведем босса к лестнице. На лестнице до 25 переведем. Беги уже вперед, мы там к лестнице. Вот теперь замедлите в центре их. Теперь новую дайте, вот теперь новую, вот.
И к лестнице. И к лестнице. Максимально быстро клей. Бейте босса. Переводите до 25. Переводите быстрее. Замедляйте в центре. Замедляйте в центре. Сейчас новый по КД, новый по КД. Чтобы они не шли просто. Сейчас сердце выпадет. Вот. Не... Чтобы не двигались, вот еще. Их там не бейте их, подождите. Не бейте их. Я сам один подобью хламоботов. Вы контрольте главное. Опять идут, ребята, замедлите их. Вот тут вот, где демон стоит, вот. Мутант, ты понял, да? На меня смотри, на меня иди. Тут хламобот один идет, ничего страшного. Вот. Дайте ему чёрт. Иди сюда на синий квадрат, наверное, слышишь? Он нормальный. Давай. Так, все, ребята, короче, теперь смотрите. Сейчас наша задача следующая. Мы собрали бомботов. Меня слышно, да? Да. Мы собрали бомботов и хламоботов. Теперь наша задача их, короче, в центр всех свести и в одной точке держать. Вот наша задача. Пока рано, короче, пока по большому радиусу води босса. Пока по большому радиусу води. Мы их всех в центр в одну точку идеально соберем. Я подобью их сейчас. И по моей команде весь рейд будет играть в бомботов точечно. Только точечно, без масс. Бомботы — это мобы с большой головой. С бомбой вместо головы. Нужно подойти поближе. Вместо головы? И нельзя АОЕ играть. Маленьких нельзя бить. Бомботы должны своим взрывом убить маленьких хламоботов. Все, еще раз повторяю. Наша задача — их сейчас свести в центр. В одну точку босса никто не бьет, ребята, не бейте. То пока бегаем, закручиваем, морозим их. Надо хламоботов и бомботов в одну точку свести. Берси минута 30. Давайте потихоньку радиус уже уменьшай, закручивай. Сейчас корни ему дам. Дайте. Уводи. Он кастует. 5 секунд. Кину. Я откину. Давай уже сейчас поменьше радиус сделаем. Во-во-во-во. Кто-то впереди бежит. Все, сейчас пытаемся их в одну точку свести. Бомботы. Наверное, примораживать не надо, надо только замедление ставить. Да-да, не примораживайте, ребята, тут только замедляйте их массово. Кастую, дайте новую. Заморозить? Да, заморозьте. Кастую, чтобы не дошли. Че там с мобами? Я так, 30 секунд осталось до берсы. Короче, давай, Слава, иди в центр, агри на себя бомботов. Их всех в одну точку сводим. И по моей команде рост. Подождите, пока рано. Дайте они сойдутся все. Вот теперь морозь. Нет, рано. Бомбы тяните в хомоботов, ДК какой-то. Теперь васабик, все хилы в центр, под синий квадрат, ребят. Все хилы в центр. Синий квадрат. Не-не-не-не-не. Вот. Давайте рост, и все в бомботов точечно играем. И морозьте. Точечно бомботов. Нет, я уже бомб. Сколько? Ну, у них очень радиус маленький. Сколько засчитало? Один. Вот смотрите, сейчас то же самое, короче, делаем. Только надо будет чуть-чуть порезвее это все делать. И в конце, вы поняли, все хилы, короче, по моей команде. Сейчас умирайте, падайте, не хильте. Мы сбегаемся в одну точку, в синий квадрат. Маги морозят. И все, и точечно бомботов убиваем. Тут самая сложность, короче, это их всех на третьей фазе в одну точку собрать. Сейчас я могу. А ты просто вар ставишь. Ты был в этой куче? Угу. Давай ты на себя метку дашь, чтобы я в тебя встал. С бомботами, может быть... Я не знаю, может, якорь его стоял? Тебя там не видел, если честно. Я не знаю, где ты там стоял. Иди всегда в большую массу, где хламоботы, короче. А ты всегда к ним иди. Сейчас я индикатор включу тогда. И сделай, чтобы они у тебя друг на друга накладывались, понял, в чем фишка? До скольки ты бомботов этих хламоботов подбивал? До там 40 до 50%.
Надо подбить их больше, потому что дамаг бомб 4К. У хламобомб второй... 25К. Ты можешь подбить до 4000 хп? Нет. Окей. Так будет надежнее. Это что, сейчас одного не хватило? Как бы говорят, типа одного только зачитало или что ли. В общем, ребята, смотрите, тут в чем сложность этой ачивки. Короче, вот бум-боты от слова бум, они взрываются. У них, короче, радиус взрыва очень маленький, как фрейм игрока. Ну, то есть там вообще буквально 1-2 метра игровых. Поэтому нам их надо идеально, короче, всех в точку свести. Два разных вида моба. Все, да, так ачивка простая, в этом вся сложность. Только их в одну цель свести. То ли первый раз мы делали, то ли они дамажили по 10 тысяч взрывов, то ли, блядь, мы идеально в одну точку поставили. Я вот не нет, дамажили они так же очень мало. Я точно помню. Значит, идеально поставили просто. Сейчас мы это сделаем. Что, сейчас? То же самое все делаем, и нормально будет. Мне кажется, надо интенсивнее босса бить, чтобы осталось больше времени. Вот, там, ну, да, да, надо побыстрее переводить. Давайте в синий квадрат подходите, бафайтесь, кушайте, и будем начинать. Чем мы быстрее, короче, переведем, весь ненужный трэш сольем, тем у нас больше времени будет на то, чтобы их свести в конце. Не-не-не, Саня, оставайся тут. В хп-ле лучше. Сейчас ничего не будем менять, так все нормально. Я лапку, короче, бафну. Такой на готовности. Так, просто смотри, по моей команде, короче, будешь бегать вместе со мной, с синим квадратиком, под боссом, понял? И там, в критическом случае, будешь форс снова давать. А сейчас я там видел, парочку съела. Это после того, как первый раз уже переведем. По-моему, так, Авентадора, подходи, будем начинать. Видел, уже кто-то раньше начал бить, ты не скомандовал, там взрывали уже бомбота. Ну это плохо, не бейте вообще. О, короче, когда у бомботов 60 или 50% здоровья остается, они, по-моему, сами взрываются.